Всем привет! Сегодня у нас 25 октября 2020 год. Еще раз я дату повторю. Сегодня у нас 25 октября 2020 год. Меня зовут Геннадий Горин. Сегодня я закрыл все видео на моем канале Геннадий Горин. Также я спрятал своих подписчиков на моем канале Геннадий Горин. На моем канале было подписчиков больше 1 миллиона. Почему я закрыл все видео на моем канале Геннадий Горин? Потому что меня перестали смотреть мои видео и также перестали смотреть мои прямые трансляции. И поэтому я закрыл все видео на моем канале Геннадий Горин. Так что больше вы видео не увидите. Но вы можете увидеть мои награды. Две награды. Серебряная и золотая кнопка YouTube. Меня зовут Геннадий Горин. Я житель города Орла. Я живу в городе Орле. Я сегодня закрыл все мои видео на моем канале Геннадий Горин. И я вам сейчас буду показывать мои награды. Серебряную кнопку я вам сейчас покажу. Это моя серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков на канале Геннадий Горин. Видите, это моя серебряная кнопка за 100 тысяч подписчиков. Это Геннадий Горин на моем канале. Вот, видите, вот. А теперь я вам покажу мою награду. Золотую награду. Золотая кнопка. Золотая кнопка YouTube. Геннадий Горин за 1 миллион подписчиков на моем канале. Это моя награда. Золотая награда YouTube. Видите, тут написано Геннадий Горин за 1 миллион подписчиков на моем канале Геннадий Горин. Вот. Нет. Короче говоря, я решил больше видео не сниматься и также видео не загружаться на мой канал. Потому что, смотрите, вот я видео, раньше я снимал видео. Например, последнее видео я загрузил на свой канал Геннадий Горин. Мое видео посмотрели где-то 25 тысяч видео посмотрели последние. А у меня, между прочим, у меня это на канале больше 1 миллиона подписчиков. Как это вот может быть так, чтобы это вот... Почему это меня так мало смотрят? Вы это поняли? Короче, все пока. Я больше видео снимать не буду. Я вам еще раз покажу, что я настоящий блогер Геннадий Горин. Я перестаю снимать видео и здесь загружаться. Вот они, мои кнопки. Короче говоря, я думаю, как видео называться. Может это мое видео называться последнее видео Геннадия Горина в октябре 2016 года. Короче говоря, всем пока, удачи, смотрите. Например, балдеж. У меня мечта.
Какая у меня мечта? А вот я вам сейчас скажу, какая у меня мечта. Например, вот на. Моя мечта — подпись поставить на чемодане «Молодежь». Увы!